Привет всем! Сегодня обзор из магазина «Светофор», который находится по адресу город Димитровград, улица Свирская, дом 40. Лейка с рассеивателем. Объем 10 литров. 113 рублей. Гель для интимной гигиены с депантенолом и экстрактом алоэ вера. 500 миллилитров. Цена 33,40. Бальзам питательный для тонких, ломких и слабых волос. Флакон 500 миллилитров, 32,50. Средство для мытья посуды. Объем 1,3 литра с ароматом лимона. 28 рублей. Чистящее средство для унитаза подвесное. В упаковке 3 штуки. 84 рубля. Салфетки бумажные, двухслойные. Размер 24 на 24 сантиметра. 50 штук в упаковке. 27 рублей. Толстовки женские, флисовые. Три цвета на выбор. Состав 100% полиэстер. Производитель Россия. С капюшоном. Размеры от 46 по 58. $485.50. Жилетка детская на синтепоне. Размеры от 3 до 8 лет. 304 рубля. Контейнер прямоугольный, объем 750 миллилитров, предназначен для хранения и разогрева пищи. 34,50. Набор салатников, 7 штук, разного объема. Состав пищевой полипропилен, 85,40. Спальный мешок одеяла. Можно посмотреть размеры, если интересно. Наполнитель синтепон. 659 рублей. Чай черный Лондон Прайд. Упаковка 200 пакетиков. 132 рубля. Доска разделочная. Размер 17 на 28 сантиметров. Две штуки в упаковке. 53 рубля. Сардина с добавлением масла. Состав можно посмотреть. Изготовитель Приморский край. Банка 230 грамм. 35 рублей. Слойки итальянские, глазированные. Упаковка 1 килограмм, 146 рублей. Галеты армейские. Состав, кому интересно. 400 грамм упаковка, 34 рубля. Вода минеральная Волжанка газированная, 1,5 литра, 21,40. Канцелярский набор, 4 предмета, 60 рублей. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада подпискам и лайкам. Всем пока-пока.